Здравствуйте, вот вы на канале Сельские будни. Приехал на пасеку, сейчас пасекой буду заниматься немного. Вот приехал сейчас на ульи, по ульям пройти и поставить, вощины бы наставить, там, посмотреть где. Вощина, домой зашел, там холодина, в рубахе даже холодно стоять. Окна открыл, двери, думаю, сейчас протянет на улице, как бы тепло, думаю, что сейчас через час, я думаю, прогреется, буду вощину поставил на окно. Надо на солнышко, корову, ну, пальчики. Пока зиму пролежало, очень холодно. Вся замерзшая. Трогать ее нельзя пока. И вот сейчас буду что-нибудь дальше воска вязать. Еще раз. Старый. Рамок обвязать старый. Ну, которые даже магазины, где мыши поели, где все покрошились. Эти рамки сейчас буду обрезать, чистить. Воск все равно убирать, и куда прибирать, что они валяются, где мыши грызут их. Потому что пасека небольшая была, этих рам. Много было, но несколько сотен сейчас рамочек. Этих магазинных. Полурамок. И здесь, где мыши погрызли, где что, я говорю. Вот надо их сейчас все почистить. Убрать, думаю, мышеедин, это плохо, эти пчелы обрабатывают. Рамки все равно какие-то корявые получаются. Лучше потом будет еще все нормально. Вощины ставить. Ну, на магазин, когда ставишь, рамки 2-3 хотя, чтобы не отрабатывали, даже воск. Из-за воска все равно, но воск нужен, чтобы они работали. Вот сегодня как бы тепло вроде, солнышко даже, все, второй день уже тепло. Проезд пока нету, ну, не проехал, сейчас потом попозднее, может, проеду, я лучше посмотрю. А вот посмотрю сейчас, как вощина будет поспевать, но эти рамки почищу, соберу, что вот, езжу, потом, ну, как вчера пойдем, с обеда где-нибудь обогреет, если воск оттаял, вощина оттаяла, если можем накатать бы на рамки на вощи. А сейчас все так просто идти, мышцы нет пока. Ладно, смотрим, что интересно. Сейчас на пасеку смотрю, покажу, посмотрю. Сейчас обкосил все, сейчас чистенький, нормальный, трава уже все подсох, подвязилась. Видите, уже будет нормально. Сейчас хожу, посмотрю, что там творится. Посмотрим, что тут творится на пасеке. Мой друг уже, что улья, рой вылетел. Только что летает, надо много улья пересадить их. Слабая семья была очень. Летает. Думаю, еще рановато, чтобы для роятов. Летает хорошо, конечно. Вот тут на рой-то. Не знаю, посмотреть, может, кое-что, да, смотришь. Были слабые, уже давно не было на пасеке. Были слабые, могут поправились и полетели, что они быстро это дело делается. Да, пчел мало, но летают. Ну еще на пасеке тут тень холодная еще. Коты куда-то летают. Тут как-то не нормально сидят вроде. Проверить сейчас будет сильно. Проверим, что тут как. Тут даже поправилась семья. Даже не ожидал. Она каким холстиком зиму прозимовала. Рой, смотри, как проглядел где. Смотрите, пчелка летала. Работает хорошо. Я не ожидал, что тут рой был. Да, он прилетел. Вот так вот. Все прихватило, все яблони у нас. Тут что-то ненормально, все яблони как-то ненормально. Вот, матка потерялась. Все сучки, вот, похоже, все. Все засохли. Прихватило, надо упиливать лишние вот сучки. Тут яблоки сладкие, на этой яблони были. Вот так один сучок остался, похоже, не прихватило. Все померзло у нас в прошлый год. Это дикарка, она нифига ей не делается. Я из роевской, десятки роев поймал на этом кусту. Я все выпиливаю, выпиливаю, а она все растет и растет. Но яблоки их не вкусные. Дикарка какая-то. Тут даже один сучок, он дам сколько-то. Вроде. Чего нет. Будем снимать, на ловушке будем надеяться, что в ловушке нам что-нибудь попадет.
Вот, вот на пока фронт работает, будут вот эти рамки, все вот эти, надо их почистить. Ну, которые более-менее хорошие, так я их вот, оставлю, выберу и попадаются. А так обычно вон они все мыши поели, и чё, все эти сейчас рамки проскребу, уберу. Эти вот рамки надо перебирать, которые все старые даже. И все прибирать, которые старые, негодные. Увезу домой, буду воск топить, так все истоплю. Они более хорошо топятся, сухие, тепла дают, здорово. Так, все, которые ненужные рамки, бросаю домой, везу и сожгу. Так, лосина стоит, наверное, греется. Уже засохло, ну, уже ветерок стал, потеплее немного дома. Это лосина. Из этого все, вот, из мусора, как бы сказать, из воска. Все проскребаем, собираем, перетапливаем, и получается, ну, меняем, где в магазине меняем вот такую овощи, красивые овощины, которые наращиваем на рамки, и пчелы его отрабатывают. Отрабатывают и делают снова такие же соты, красивые, аккуратные. Вот это все получилось неаккуратно, все, все у меня раньше было тут сделано, рам в магазине было. Ну, считайте, если было 500 даже, то есть 50 семей было, это уже было 600 денег рам было. И что в запасе было полно, я все их наващивал, овощины подставлял, чтобы чистые рамки, как бы, ну, добавлял, и все. Вот у меня было рам этих, ну, 1000, хоть не 1000, но было очень много. Много сотен рам, таких рамочек было сделано. Как бы эти все нормальные, пока уже там ржавеет, конечно, все. Их менять бы, конечно, надо через несколько лет уже. Вот я сейчас за этим займусь. Продолжаем сейчас врезать рамки, мешочек нарезал. Так-то уже полдня этим делом занимаюсь, людей полдня ставлю. Работы вроде бы сегодня нет. Накопилось, конечно, много. Вот это, так, капля. Так, молоточкой почищу. Там еще когда надо почистить, вот, на машину накапывается, тогда я их обработаю нормально. Вот видите, чем выше их погрызли, вот все, плохо отрабатывают. Лучше новую щину накатать. Работы полно, конечно, но все улиц мало осталось. Как бы, да. Так, волосло. И так наладить, чем заниматься другим. Там настроиться, чтобы готово было. Когда большая пасека, там да, на каждый день работы полно. Рамки надо делать, наващивать. Кофеон хочет там прям рои, красный. Вот большая эта пасека. До обеда некогда это делать. Все, рои ловишь. До обеда уже как-то немного роев бывало. До обеда, когда уже приедешь, 8 часов в день туда рои. До обеда они друг за другом. Тут успеваешь там отплавливать. Роев не садись. Средний поход троек бывало, да, до обеда. Ну, конечно, тихо, один, два, три роя, так. Все нормально, все, три роя, любой андрей. Увидал рой помазал, все, рой привился, тряхнул вдвоем, все. Все, дальше все сделал, заниматься. Рамки наващивают, там, еще просто. Рой отлетел, уже 12 рам, наверное. 12 рамок, 16 рамок,
что нам надо каждый день делать. Рабу сотни, сейчас положи пилюку прямо на базе и... Вот. Рерик, накидывай там циркуляцию. Видишь, умеряешь. Ну, пилишь там плечики. Что там, наколачиваешь, деньги твердишь. Полуга натягиваешь, наращиваешь. Целый дням что-то так все. Вот эти тактики, все, все ковыряешь, ходишь. Только начнешь вроде, смотришь, вот полетел. Здесь все бросаешь, побежал. Как говорится, работы не видно, а тут работы все у меня очень много. И все, больше топ. Пройдет, ну и надо, когда поеду проверять, там есть несколько ловушек, посмотрел, возьмем. Посмотрим, как там рыбы, здесь нет. Если думаю, все равно что-то должно запушить, пакетик, наверное, там. Если тепло ударило, наверное, бегают. Рыбы, наверное, все кусты лезут. Вот рыбы, когда подлетали, погоду не было, так по пасеке шарахались, ниже, ниже, накатывают, которые... Какую-то погоду хорошую, отключили, пару часиков посидели где-нибудь и сваливали. И сегодня, думаю, такое будет тепло настало. Сваливать будет крови. Все равно состояние не проулит. Сейчас большие, на большие пасеки проулит. Все равно сегодня укурули, я думаю, не бывайте. Раньше поздно, когда летают. Вот, да, вот сейчас вот. Мужчины лодку нарезал, так ложить нечем. Вот, придется. Сейчас проверим все. Что-то я приехал. Что тут там надо кусать. Вот так вот продолжаем. Рамок немного осталось, продолжаю все, скот позже, и буду пойти на пасеку, или мужчина накатывает. Вот здесь я выращивание рамок, я так воск беру и по нижнему воску натираю. Это лучше держалось, не открывалось. Там беру лист мужчины, он на окне лежит, уже теплый стал, эластичный, мягкий. И каточка вот и не пар хорошо. Проволочиваем прохотье. Рубчиками выдавляю оттуда, как получается. Лист держится хорошо. Всяких сортов. Даже все пилил. Что на коленке все делал. Тут на пасеке прямо. Тепло стоят, нормально завелось. Мужчинка вот. Хорошо воспитывается. Выше стоит. Ну тут холодновато еще. Уже нагрело, тут зашел холодно. Замерз этот губашек оттопнет. Сейчас нормально, вот на рот открыт. Тут уже денег. Вот и надо набиваться. Вот только не лето пришло. Не знаю, насколько надолго, нет ли. Раньше наващивал, бывало, что хотелось полторы-две пачки в день наващивать.
Это вещины, почти две пальчики я накатал, две дарили, как бы пришлось. Прям готово, все, настроишь, все быстро это получается. Раз, и все готово. Ну так что, заготавливаем пару десятков грамм. Заготовишь, как бы хватает. Так, а почти-то большая заварить надо. Я смотрю, когда все тебе начинают, они работают хорошо. Вот приходится там рамки выбрасываешься. Стоит топка, вощиной ставишь, а новые рамочки. И хорошо матка сеять. И рамки как бы красивые, ровненькие получаются. А то все равно они. Где-то что-то сломается, где-то сломнется, где-то и мышки поедят сбоку. Но с весны. Много рамок выходит, не пробовал. Вот приходилось как-то покупать по две даже наглощивать. Ладно, будет продолжать процесс, не будет там держать. Вот, приготовил 12 рамок. Вощине осталось еще нормально. Килограмма 2-3, наверное. Так что надо вот завтра, и когда приеду, я выбирать рамки, тут подсечать какие более-менее хорошие, выбирать, проволоку где-то поменять, натянуть, и эту вощину всю сделать на рамки. Все равно они будут, все равно сейчас пойдут, думаю, сейчас тепло стало, и все дни обещают тепло, еще на день, два, вроде как похолоднее немного, дождики, а так все тепло. Это как было, как я приехал, у меня три рая попало сразу. Ни рамок, ничего не. Ну, кончилось аккуратно все. И пришлось мне за день, тут где-то до ночи уже. Я сделал около 40 рамок где-то. Будет только рейки у меня. Напилил вот, напилить их. Плечики запилить. Плечики мы называем вот. Плечики запилить их. Дырок насверлить, проволоку натянуть, навершить. Вот где-то я под 40 граммов навощил, на второй день на утро повез, расставил в раи ловушки. Вот так, ладно, сейчас пойду улей приготовлю, и на улей пересажу. Там вот решил я этот улей пересадить. Большой улей, вот этому улею досталось. Тут я думал, выживут, не выживут, не знаю. Куница прошлый год сильно потрепала здесь. Оставляем все рамки. Стряхиваем, ничего. Нашим пчелкам дело худое. Видите, здесь ключи такой хороший. Вот и девочки работают. А что, нужно овощинку-то принести, добавить, ну ладно, потом
Они перелетят, разбил их, ну, лощинку поставлю. Нормальный лощинка. Вышел, может. Блин, 12 тут поставил. Немножко их. Сколько оно? Это нашим пчелкам это делаем не шуточные. Не так нормально, так нормально. А как попрут? Да подержись. Может сбучивать-то. Это зачем? Чтобы все вам ходу. Маточники там. Маточники за разбой сваливать собрались, все. Маточники это нехорошо. Было бы там как бы чуть-чуть. Еще эти сваливать собрались. Ну, маточники. Лучше-то маточники. Это пчелки и придумали еще маточники отбивать. Но это не маточники. Он сейчас перегонит за ним, посмотри, там маточники не надо. Какая плохая бомба все. Исковерканная такая. Через день поедет прикинь, сейчас посмотреть, маточники лишние выломают. Что-то пчелка уже не так много, боится еще. Куча маточников везде. Что вы так недовольны стоите? Thank you.
край. Куда вытянули? Перелезли которые? Перелезли. Вернем снова и сюда. Пойдут на ловушки килограмм. Ловушки надо поставить. Так люди не считают, где желтуты, я не знаю, что. И шкуры, шкиверка или пчелы. Одни маточники они. Мужчины поставить. Вот так он занимается, ладно? Вот пересадил их другой улей. И не понимают, что летят с этой стороны, вон, которые летят, а которые вон, летят снова туда, сбоку. Помнишь, что там был леток там? Но большинство-то он там. Потому что это улей-то на дядя расклевал, а потом куница дырку разгрызла, и там пчелы отдали зимой. Вот там есть у меня видео. Куница лазила вот эти дырки, такие разгрызла. Вот я решил этот улей пересадить, брать вот на большой улей, на 16 рамочный пересадить. А, сейчас найдут, познакомятся, найдут, где место-то. Ну-ка, все, зачем подлезут туда. Помнит, где вот, где она была, дырка этого и клетки. Сильные семьи посвящил посмотреть на наличие маточников. Когда они караулят, они не свалят тут. Смотрите, чем пой вырезал. Я посмотрю, как вот тут пошел, нету. Как там он вырез, там маточники. Вот они. Маточники. Вот, видите, какие грозливые. Грозди их несем. Лично убираем их. Не надо нам эти маточники. Что, разрывятся все они. Надо доставить десадинку. И дальше посмотрим. Этот крупный воевик остался. А иначе они все они без нас свалят. Из одного улья проулит я. Не будет их сидеть. Зачем вас там улиц? Ямки надо. Чтобы передвигать на край ставить. И потом выкидывать их. Вот еще один есть. Уберем ее, выкинем нафиг. Нет, нужен он нам. Все, молоко нам. Там, ой, тут он, еще сидят. Все убираем. Нужно и не нам. Эти маточники. Пусть даже хотя бы раз отравиться, это ничего страшного. Когда они растут, погостит, отравиться. Ладно, не дело. Вон их там 15 штук сидит. Маточники.
ликвидируем их. Маточники. Несколько штук. Вот дают сейчас на больших копасиках. Только успевай принимать раи. Держались там. Вон сидит такой маточник большой. Ну, все полетят по да. Матки на шутку прийти, они полетят только один за одним. Пусть наши работают. Вон сюда сидит маточник. Видно, нет? Молоко, конечно, все равно убираем их. И сейчас только проглядим, вон, на стенках и где даже будет. Чего, много очень? Какой-то сироп капает даже. Не будет, вот у меня рамка еще не одна осталась. Еще бы на одну рамку вощины поставить. И нету. Вон же закрой сейчас, накатаешь. Вот такие вот дела тут получаются. Маточников полно. Вот сильные семьи поспешил посмотреть на наличие маточников. Когда они порвали, думаю, не свалят тут. Смотрите, чем мы бой вырезали. Сейчас посмотрим, как вот тут пошел, нету. Как там он вырез, там маточники. Вот они. Маточники. Вот, видите, все грозливые. Грозливые все. Лично убираем их. Не надо нам эти маточники. Что разрывятся все. Надо доставить здесь один. Давай еще посмотрим. Тут крупный водичит остался. А иначе они все они без нас валят. Из одного улья проулите, не будете сидеть. Ну, зачем вас там вылез? Рамки надо. Чтобы передвигать на край ставить. И потом выкидывать. Давай больше. Еще один есть. Ну и берем ее, выкинем нафиг.
нужен ему. Все молоко нам. Там, ой, тут он, все сидят. Все убираем. Нужные они нам. Эти маточники. Пусть даже хоть, хотя бы раз отравиться, это ничего страшного. Когда они растут, поборстит, травится. Ладно, не дело. Вон их там 15 штук сидит. Маточники. Ликвидируем их. Сидят маточники. Несколько штук. Вот, наверное, дают сейчас на больших копасиках. Только успевают принимать раи. Держались там. Вон сидит такой маточник большой. Ну, все полетят по да. Матки начнут выходить, они полетят только один за одним. Пусть начали работать. Ну, вон сюда сидит маточка. Видно, нет? Молоко, конечно, все равно убираем их. И сейчас все проглядим, вон где, на стенках и где даже будет. Все, много очень. Какой-то сироп капает даже. Не буду, вот у меня рамка еще не одна осталась. Еще бы на одну рамку вообще не поставить. И нету. Главное же закрой сейчас, накатаешь туда. Вот такие вот дела тут получаются. Маточников полно. Вот проезжаю ловушки, проверяю тут по крутой горе. По врагу тоже. Пока глухо все тихо, одни муравьи большие бегают. Сейчас пластинки положу. Так, пусть для приманки. Такие овраги у нас тут. Косогоры. Пока еще и мишки не видно. И раев также. Тут, наверное, вся мишка улей скидывал. В этом году долго стоит.
сюда, вон пчелки ползают тут. Воровки такие, похоже, что. Куда тут воровки? На пасеки налетели здесь. Интересно. И много их тут шарахается. Вот, роги на подходе. Или попал уже. Не, не так что-то шарахаются. Видите, как бы воровки не туда обратно шарахаются. Один вот перед лётком кружится. Ладно. Смотрим. Вот все, сегодня рабочий день у меня на пасеке кончился. Поехал домой. Так, пересадил улей, там проверил, щени накатал, рану пообрезал. Работы, конечно, сделал немало. Вот уже проверил ловушки, все пусто пока. Вот-вот нашли подлетать трои. Потому что тепло уже второй день. Как бы более-менее мошка вон заедает. Вот. Медведь пока ничего не катает. Так что вот я видел, пересадил в улей. Значит, там поделка на улице стоит, его как-то перевозить и пересаживать, или там пересадить, посмотрю. Наверное, завтра, послезавтра снова поеду. Как погода была, как все. Вот. Вот у нас такие поля тут заросшие. Это у нас правительство указ сделало. Можно разрешили собирать хворост в лесу. Вот какие умные, хворост разрешили собирать. Кому он нахрен нужен, этот хворост? Хотя леса все, поля за десятки тысяч гектар все брошено, зарастают. Ладно, там что-то так вот, в деревнях дров, то есть на дрова. Лесовоз стоит 20 тысяч, газик там дров 8 тысяч стоит, плюс доставка. А лесу вот, а лес, пили не хочу. Куда он, все зарастает, где-то, бурьянами, лесами, кустами. Нельзя трогать лес. Зато придумали. Несколько тысяч, сотен человек сидит, хлопает, указ придумали. Разрешили собирать хворост. Скоро будут разрешать грибы собирать, ягоды. Что-то мне станет. Вот, придумали заняться абсолютно делом. Ну ладно. Так что. Поедем сейчас домой, поехали уже. Все. Спасибо, кто смотрел. Пожалуйста, подписываемся. Пишем комментарии, ставим лайки, поддерживаем канал «Сельские будни». Мошка заедает, настоятельно выносимым. Ладно, всем пока, до новых встреч. Ждем видео новые. Фух, ладно, поехал. Вот все леса у нас зарастают. Поля, то есть.